Теперь о крупном пожаре, жертвами которого стали шестеро российских моряков. Все они члены экипажа траулера «Тайган», который загорелся этой ночью в японском порту Ваканай. Туда судно под камбоджийским флагом, привозившее крабов, прибыло с Сахалина с командой из 23 человек, граждан России и Украины. Большинство уцелели, трое с сильными ожогами в больнице. Очевидец, до которого нам удалось дозвониться, рассказал, что пламя распространилось очень быстро. У людей были считанные секунды на то, чтобы спастись через иллюминаторы. Те, кто оказался в нижних каютах, были обречены. Огонь тушили 11 часов. Сейчас траулер отцеплен. Полиция не дает снимать его с близкого расстояния.